Пожалуй, впервые за неделю в окна горожан засветило солнце. Погода осталась обманчивой. Тепла не было ни днем, ни ближе к вечеру. Шторм небывалой силы обрушился на центральные районы Сербии. В Россию пришел дождь с градом. Некоторые льдины были размером с куриное яйцо. Затопило улицы, пострадали и посевы. Разрушены теплицы, несколько деревень осталось без электричества. В Израиле установилась изнуряющая жара. Спасатели борются с лесными пожарами. Огонь быстро распространился и угрожает жилым домам. Синоптики предупреждают, аномальные температуры могут продержаться до конца недели. На завтра в Бобруйске снова обещают дожди, ночные заморозки. С утра еще будет солнце, а после обеда сплошная облачность. Не распогодится даже к вечеру. Ситуацию усложнит порывистый ветер. В темное время столбик термометра не поднимется выше 3-5. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов. Кристина Рианс, Максим Галионко, Бобруйск, 360.